Заседание общественной палаты под прицелами веб-камер. Общественная палата Магнитогорска приняла участие в онлайн-совещании профильных организаций Челябинской области. Одним из инициаторов нового для магнитогорских общественников формата общения с коллегами выступил заместитель председателя городской общественной палаты Павел Верстов. Уже первые минуты онлайн-конференции показали, у нового формата большое будущее. Чтобы сегодня оставаться на месте, нужно быстро бежать. Этого принципа со времен основания придерживали создатели городской общественной палаты, не давая скучать чиновникам всех мастей, выдвигая инициативы перед местной властью, иными словами, активно работая, помогая людям. Организация онлайн-конференции из той же линейки неуспокоенности, инноваций и неравнодушия. Тем более, что Магнитогорской общественной палате есть что рассказать коллегам и каким опытом поделиться. Нам есть что обсудить в самом деле. Действительно, у каждого муниципалитета свои определенные проблемы, но есть и общие. Есть общие. Такие острые темы, как, допустим, тот же капитальный ремонт, борьба с незаконным распространением спайсов. Есть другие социальные вопросы, поддержки педагогов, социальной поддержки врачей. А обсудить с такими же коллегами, как мы, со всей области, у нас сейчас такая возможность в онлайне первый раз. Заместитель председателя городской общественной палаты Павел Верстов в этом проекте фигура ключевая. Именно ему принадлежит инициатива 7-летней давности по организации онлайн-трансляций с пленарных заседаний городского собрания депутатов. Кроме представителей депутатского корпуса, общественников, в видеоконференции приняли участие руководители управления городской администрации, отвечающие за социальный блок. Игорь Гурьянов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.